Добрый вечер. Сегодняшняя наша лекция посвящена двум фотохудожницам. И следующие лекции у нас будут этого цикла, ближайшие у нас также будут связаны с фотографией. Это художницы разных направлений, разных поколений, разных национальностей. Это француженка Клод Каун. Каун – поколение, принадлежавшее к первому поколению сюрреалистов, вот такая аутентичная французская сюрреалистка из этого круга, сюрреализм, в котором было довольно много на самом деле художниц, и были замечательные именно фотохудожницы. Помимо Клод Каун, это Дора Мара, о которой мы будем говорить на следующей лекции. И вторая наша героиня – это американская художница Франческа Вудман, работавшая в конце 70-х, начале 80-х годов, очень рано умершая. Она умерла, когда ей было 22 года, покончила жизнь самоубийством. И то, что ее наследие – это около 800 снимков. И то, что мы сегодня будем смотреть, это действительно такой невероятный, в общем, вундеркинд. Это фотографии, сделанные подростком, да, даже не очень юной женщиной или подростком. Вот, обе эти художницы, наверное, интересно их сравнить, потому что и Клод Каун, и Франческа Вудман отчасти имеют отношение к сюрреализму, потому что Вудман часто видит одну из последних сюрреалисток. И потому что обе они так или иначе работали с... Самая известная их работа – это автопортреты. Но автопортреты довольно странные, потому что это автопортреты, которые саму идею автопортрета как некого удостоверения личности, да, заявления о том, кто... Вот я – это вот это мой образ, это то, как я себя представляю в социуме, это то, как я себя утверждаю в мире. А обе эти замечательная художница саму эту идею автопортрета деконструирует, потому что мы будем рассматривать портреты Клод Каун, на всех портретах она будет разная. Это человек, который делал автопортреты, единственный из сюрреалистов, кто делал только автопортреты. Не для того, чтобы удостоверить свою личность, а для того, чтобы показать, что личность является конструктом, можно фотографии, можно стать кем угодно, можно стать любым человеком. И Франческа Вудман, которая тоже снимала в основном себя. И опять-таки, когда мы будем смотреть фотографии, вы увидите, как собственно, сложно понять, как она выглядит, потому что, да, она почти на всех своих снимках полуобнаженная. Но то, что она делает, это постоянно, то, что получается в фотографиях, это постоянное ускользание из кадра, это постоянное ускользание от рассматривающего взгляда зрителя. Да, это такой почти побег из собственной идентичности. В каком-то смысле это не то, что делала Вудман, это такие хроники самого собственного исчезновения, которое она, собственно говоря, и делала в этих своих фотографиях, превращение, развоплощение, превращение во что-то иное, трансформация, метаморфоза, вот той самой метаморфозы, которая, наверное, была одним из ключевых сюжетов, собственно говоря, сюрреализма во всех его проявлениях, будь это сюрреалистическая живопись, будь это сюрреалистическая скульптура, будь это сюрреалистическая фотография, о которой мы сегодня говорим. А первая наша героиня, опять-таки, Клод Каун, родившаяся под именем Люсиль Швомп, она уроженка города Нанта, она происходила из очень богатой, очень интеллигентной семьи, один из ее дядей был знаменит писателем-символистом Марсель Швомп, который литературным деятелем, который в том числе участвовал в переводе на французский язык Соломея Оскар Уальда. И для Каон эта героиня будет важна, потом она в какой-то момент появится в ее литературных текстах. Другой ее дядя, в честь которого она взяла псевдоним Каон, был ориенталистом и писателем, то есть такая очень интеллигентная, богемная художественная семья, еврейская. И то, что эта семья была еврейской, для Каон было достаточно печальным, да, потому что она пережила еще в школе, ее травили за то, что она еврейка. Это была очередная волна антисемитизма, которая время от времени накрывала Францию. Там это была волна, это были еще отголоски дела Дрейфуса, видимо, да. И следующая волна антисемитизма, которую она переживает, это волна, которая накрывает Францию в 30-е годы во время фашизма и оккупации. Поэтому для нее это ее идентичность, не только как бы еврейская идентичность, которая ей стоила того, что ее
из Франции, когда она была школьницей, послали учиться в Англию, потому что она не могла учиться, оставаться в своей школе. Вот, поэтому для нее вопрос идентичности будет одним, собственно говоря, из ключевых вопросов ее искусства. Она занималась, как бы одна из первых ее работ, которые вы видите, это автопортрет. Это автопортрет, который еще представляет не Клод Каон, она потом возьмет псевдоним, представляет Люсиль Швомп. Вот такой, какой она была. Молодой девушкой, которая с литературными, прежде всего, и с художественными амбициями, писавшая прозу, писавшая поэзию, писавшая как бы ее тексты литературные, еще пока гораздо меньше исследованы, чем ее, собственно говоря, фотографическое наследие. Вот, и ее обращение к фотографии, ее обращение к искусству, ее псевдоним, который она берет, Клод Каон, фамилия, которая, как замечает замечательный американский критик Розалинд Краус, она пишет, почему фамилия Каон, почему взять эту фамилию было вызовом, потому что это фамилия предельно еврейская, это фамилия Коэн на французский лад, и она берет, вот, подчеркивает это свое иудейские корни, чем, что является эпатажем, и берет имя, которое, имя Клод, которое на французском может быть и мужским, и женским. И этим она подчеркивает и бравирует, и также бросает вызов обществу тем, что она открыто подчеркивает свою гомосексуальность и свою подвешенную гендерную идентичность, да, ее идея, что она может быть и мужчиной, и женщиной, что она абсолютно, вот как сегодня говорят, что она не бинарна. И для нее фотография оказывается способом конструировать эту другую новую идентичность или показывать, что любая идентичность так или иначе является конструктом. Вот, она где-то еще подростком знакомится с Сюзанной Малерб, это ее школьная подруга, которая впоследствии становится ее сводной сестрой, потому что ее отец Люсиль Швомп, отец Клод Каон, женится на матери Сюзанны Малерб. Это ее как бы Сюзанна Малерб, ее продолжает быть ее подругой и остается и становится ее там, как бы на всю ее партнершей, ее возлюбленной, да, ее парой и ее постоянным соавтором. Поэтому, в общем, когда мы говорим о работах Клод Каон, мы говорим, в общем, скорее о соавторстве двух художниц. И Клод Каон более известна, потому что она была в кадре, да, она была персонажем, она была героиней этих портретов. А камеру в большинстве случаев, скорее всего, держала Сюзанна Малерб. Сюзанна Малерб была художницей, она начинала работавшей под псевдонимом Марсель Мур, и тогда это было важно взять мужской псевдоним, потому что это было легче с карьерной точки зрения, потому что женщин никто не художниц, женщин-иллюстраторов никто не воспринимал так же всерьез, как художников-мужчин. Вот, она занималась театральным дизайном театральных декораций, сценографией, костюмами и модной иллюстрацией. Вот такие как бы персонажи у нее появляются в ее рисунках, в том числе появляется вот такой замечательный образ девушки, бравирующей некой своей, неким своим как бы мальчишеским образом. Это 15-й год, это абсолютно новый тогда образ в женской моде, новое представление, что могла носить женщина тогда. В общем, как-то брюки у женщин были большой редкостью. И вот такой вот замечательный андрогинный персонаж, который у нее появляется в иллюстрациях. Очень похожий на, собственно говоря, фотографии Люсиль Швомп, Клод Каон того времени, когда это еще было что-то, это еще дома домашняя фотография, это еще не автопортрет, это просто сделанная в ателье фотография молодой девушки, которая позирует в модном и достаточно, видимо, смелом по тем временам образом. А меняется все, когда начинает действительно конструировать свой облик. Она, наверное, Клод Каон была одной из первых женщин, которые добровольно обрелись наголо. Она придумывает совершенно другой образ, в котором она может быть, в котором вот она именно Клод, да, у нее нету мужской, нету женской идентичности, она абсолютно андрогинна. Ее интересует тогда появляющаяся теория, как раз исследование гомосексуальности, она работает над переводом, сотрудничает в работе над переводом тогда появившейся книги английского историка, исследователя сексуальности, который впервые пишет о гомосексуальности, который впервые вводит понятие третьего пола людей, которые не хотят, не принадлежат к
отношение ни к мужскому, ни к женскому полу, которые выносят себя за скобки этой бинарной системы, и Каон, которая себя считала нейтральной, она себя не считала, она не хотела стать мужчиной, она не была в этом смысле трансгендером, она как бы придумывает себе, конструирует себе облик, который абсолютно ускользает как от представлений, традиционных представлений о женственности, так, собственно говоря, и от традиционных представлений о мужественности. То, что она как бы делает фотографии, в том, как она себя, как она выглядит, как она позирует, как она выстраивает мизансцену, как эти фотографии обрабатываются так, чтобы ее обритая голова казалась еще более, череп казался еще более удлиненным, да, это немножко вытянутая фотография, и, собственно, то, как она играет со своим образом, то, как она играет со своим имиджем, это история о том, что как бы фотография, она может быть кем угодно, фотография, сюрреалистическая фотография, это в отличие от фотографии, как бы что сюрреализм привнес в фотографию, а сюрреализм — это одно из направлений, в котором как раз фотография стала искусством, а не технологией, фотография стала искусством наравне с живописью, например, или со скульптурой, сюрреалистическая фотография уже не фиксировала реальность, сюрреалистическая фотография не была документальной, это как раз уход от документальности, сюрреалистическая фотография не была монтажом и анализом того, как устроена образ реальности, как это было в конструктивизме, сюрреалистическая фотография, собственно говоря, генерировала, производила вот эту самую сюрреальность. Да? Это то, что это фотография, которая может зафиксировать другую реальность, иную реальность, не как бы сюрреальность, сюрреальность, которая по определению основоположника сюрреализма, да, Андреа Бретона, это миф, это некое состояние, в котором сновиденческий мир и дневной мир, обыденный мир, сновиденческий мир наших индивидуальных снов и так, как, так сказать, объективная реальность, которая принадлежит нам всем, сливаются. Всю реальность, так же, как и во сне, ты можешь быть кем угодно, ты абсолютно безнаказанный, ты абсолютно правомочен. И фотографическая сюрреальность редко была реальностью, выстраивание реальности самого себя. Клод Каон единственный, кто создавал в этом смысле, одна из немногих, кто создавал сюрреалистические автопортреты, с помощью фотографии показывая, что она может быть кем угодно, да, что она может играть со своей идентичностью, она может представать в образе Дэнди, она может все время подвешивать это свое, как бы свое мужчина-то или женщина, кто перед нами, она играет со своими еврейской идентичностью, вот с такой огромной, да, шестиконечной звездой. Она превращает себя в произведение искусства, она превращает себя в некий странный объект, делая вот такую фотографию, где она помещает себя под стеклянный колпак и показывает, что она сама, как таковая, она есть произведение искусства. И, конечно, в этом есть некий вопрос, только она может быть такой только на фотографиях или она была такой в реальной жизни. Это конструирование какой-то новой личности, новой идентичности, ускользающей от всех традиционных, нормальных представлений о том, фиксированных раз и навсегда, что ты раз и навсегда должен быть вот Люсиль Швомп, еврейкой, женщиной, француженкой и так далее. Вот она избегает всех, она показывает возможность избежать этих определений, но как бы вопрос в том, как бы, действительно она может быть кем угодно только на фотографиях или она может быть кем угодно в реальной жизни. И в этом смысле очень интересно ее сопоставить, как бы это достаточно частое сопоставление, которое все делают и всем приходит в голову, с тем, что тогда же в 20-м году французский художник, дадаист и сюрреалист, художник, в общем, тех же кругов, Марсель Дюшан, придумывает себе альтер-эго, он придумывает себе некую свою альтер-эго, которая называется как женская, которую зовут Роз Селяви. И в одном из интервью Дюшан говорит, что он подумал о том, что ему хочется придумать себе это альтер-эго, псевдоним другое я. И сначала он думает о том, чтобы изменить национальность, чтобы придумать себе другую национальную идентичность и взять еврейское имя. А потом он решает, что, собственно говоря, национальность – это не самое интересное, еще интереснее поменять пол и придумать себе женское альтер-эго, и придумывает вот эту самую Роз Селяви. Роз Селяви, которая существует как его псевдоним, как автор
части проектов Марселя Дюшана и как фотографии, да, потому что благодаря гениальной камере Монре существует фотосессия, на которой Марсель Дюшан предстает в женском облике. Это совершенно прекрасная фотография с очень убедительным персонажем, которого Дюшан создает вместе с Монреем и при помощи Монре, да, там действительно появляется совершенно завораживающая по-своему дама, очень убедительная, да, но Марсель Дюшан никогда не был Росселлиави, это была именно что вот как бы его альтер-эго, которое существует на фотографии, это почти мистификация. А Клод Каон не существовала в реальности, Люсиль Швомп не играла в то, что вот есть Люсиль Швомп, и есть ее мужское альтер-эго Клод Каон, она была Клод Каон, она создала себя, она, для нее было важно перестать быть Люсиль Швомп, стать Клод Каон. И она, ее этот андрогинный облик невероятный был обликом, в котором она жила в реальной жизни. Она, причем как бы фотографии тогда были черно-белые, судя по всему, этот облик был еще более интересный, чем мы можем себе представить по фотографии, потому что она не только стриглась очень коротко или брилась наголо, но она окрасила волосы в зеленый и розовый цвет и в золотой. Да? То есть это были как бы и мужские костюмы. То есть она выглядела, я думаю, что она в 20-м году выглядела так, как мой самые смелые из модниц стали выглядеть в конце 70-х, 80-х. Да, поэтому, собственно говоря, как минимум. Да, сейчас это уже банально, но в 80-е это уже, в начале 80-х это уже было возможно. И открывают ее, собственно говоря, ее открывают в 80-е годы. Долгое время это была совершенно никому неизвестный художник. Ее имя было в списках участников сюрреалистических выставок. Многие считали, что Клод Каон, там была фотография, был имя в списках участников. И долгое время считалось, что это был мужчина, что это был какой-то малоизвестный сюрреалист второго ряда. И интерес она начинает вызывать именно в 80-е годы, потому что именно 80-е годы становятся моментом, когда в искусстве современном начинает исследоваться, начинают быть важны понятия идентичности, в том числе гендерной идентичности. И, собственно говоря, Клод Каон открывают, когда говорят, вот у нас, оказывается, в 20-е годы во Франции была Синди Шер, точно так же игравшая со своей идентичностью, как в 70-е и 80-е годы играла со своей идентичностью при помощи фотографии Синди Шерман, потому что именно на фотографии ты можешь быть кем угодно, но в отличие от... Синди Шерман не играла с ней в реальной жизни, Клод Каон действительно жила в разных обликах и действительно была произведением искусства в жизни, поэтому ей нужно было поместить себя под этот стеклянный колпак, да, взять себя из реального мира и поместить себя в музей, точно так же, как она в игре помещает под такой же стеклянный колпак свою кошку. И точно так же, как у нее есть фотографии с кошкой, да, у нее замечательная, есть еле уловимая разница между фотографиями, которые автопортреты, где она абсолютно вот этот инопланетный денди, да, абсолютно человек, существо агендерное, да, и есть это чуть позже сделанные того же, как бы чуть позже сделанные фотографии, где домашние, где это очаровательная женщина с кошкой, да, которая могла быть такой, которая могла быть какой угодно, для которой фотография была именно игрой с идентичностью. Это одна из самых знаменитых ее серий. Фотографий ее не очень много сохранилось. Да? Не целуй меня, я тренируюсь. Да? Это фотография, как бы, где она предстает в образе. Очень сложно идентифицируем, потому что это очень сложная игра, как бы которую, наверное, можно описать, что это женщина, которая прикидывается мужчиной, которая прикидывается женщиной, да, где это вот совершенно непонятная эта фигура с этими нарисованными сосками на торсе, который выглядит как мужской, потому что зачем рисовать соски на женском торсе, да, с этой прической денди, с этим кукольным макияжем, с этой странной фигурой ярмарочного силача, да, ярмарочного атлета, в которого она играет, персонаж, который является куклой, да, который является какой-то абсолютной игрой превратиться из человека в куклу и сконструировать себя как куклу. И в этом смысле интересно вспомнить тогда чуть позже появляющийся во Франции проект
тоже фото, скульптуры, фотографии, проект немецкого художника, работавшего во Франции, Ханса Бельмера, который вся его работа, да, он как бы создает женскую куклу, очень странную, похожую на такую угловатую девочку-подростка, и фотографирует ее, меняя ей часть, это кукла-трансформер, это кукла, у которой могут быть там четыре ноги, без рук и без головы, да, то есть это такой как бы образ женского тела, которое деформировано и изуродовано, искалечено мужским желанием. Да? Это как бы тема сюрреализма, вот это вот как бы трансформация женского тела, деформация женского тела под натиском, садистическим натиском мужского желания. Каон переворачивает эту историю, и она становится своей собственной куклой. Она берет на себя эту функцию как бы мужского взгляда, который она возвращает, она смотрит на себя этим взглядом, она играет сама с собой, она становится собственной куклой, она становится собственной игрушкой, с которой она может делать все, что угодно. Она может превращаться в разные образы, она может представлять вот такой вот, да, гадалкой с хрустальным шаром, да, учитывая культ гадалок и ясновидящих, который был в сюрреализме. Она может представать Буддой, она может представать, и она может, собственно, свою женственность разыгрывать, как карнавал, вот такой вот как бы фигура, она в маске, обвешанная множеством масок, и в своих воспоминаниях она будет писать, что я вся состою из масок, я сдираюсь, под одной маской оказывается другая, под ней следующая, и я не могу понять, где же мое лицо, и когда я пытаюсь истереть грим с лица, я стираю вместе с ним свое лицо, утрачивая человеческие черты. Да, это такой, как бы, в этом есть и отчаяние, да, и в этом и вызов, и свобода быть кем угодно. Поэтому это лицо, за которое маска здесь, судя по всему, за которой, может быть, уже и нет человека. Я не уверена, что там есть, что под этой маской, что это лежащая фигура, это человек, что это не маска и манекен, который лежит на земле, как бы, что она как бы каждый раз она сомневается в себе, она раздваивается, у нее множество личностей, у нее множество людей, она может посмотреть, она может не только посмотреть на себя, но даже не встретиться с собой взглядом, как происходит в этой замечательной, там, с помощью двойной экспозиции сделанной фотографии, но, собственно говоря, такой же двусмысленностью, наверное, для нее обладает не только ее собственная личность, но и любая человеческая личность. Любая личность есть конструкция. И точно так же она чуть раньше снимает, вот так же в такой же технике, да, она делает, например, один из очень немногих портретов, не автопортретов, которые она делает, портрет французского писателя и художника-сюрреалиста Анри Мишо, которого она точно так же снимает, да, у нее есть фотосессия с ним, точно так же она снимает, превращая почти в карточную, Андре Бретона и его жену Жаклин Ламба, то есть как бы любая, как бы не только она сама, любая личность, это всегда как карточная колода, это всегда карта, у которой вверх и низ, это всегда некое раздвоение, никакой раз и навсегда закрепленной идентичности не существует, она предлагает в других увидеть такую же множественность, да, такую же незафиксированность, на которой она настаивает для себя, придумывая себе как бы вот эту возможность быть кем угодно, быть на свой выбор красивой или некрасивой, мужественной или женственной, быть нейтральной, быть агендером, как наверное, сегодня бы сказали, при этом как бы отстаиваем себе право не смотреть на себя в зеркало, да, не наблюдать за собой, поэтому это замечательная фотография, где она отворачивается от зеркала и возвращает взгляд зрителя, да, возвращает, не давая за собой подсматривать, не давая, как бы возвращая ему этот взгляд, фотография совершенно замечательная, на которой она, по-моему, выглядит, кроме всего прочего, абсолютно иконой стиля, да, но это то какой она могла, какой могла бы быть икона стиля сегодня или какой могла бы быть икона стиля в конце 70-х, может быть. Вот, и как бы самые разные образы, там действительно много, не один мужской образ, а разные мужские образы, вот такого вот как бы слепого авиатора, у которого затворы
фотокамеры вместо очков, вот такого тоже абсолютно бесполого персонажа в маске, да, за которой не прочитывается лицо. То есть, и такие же у нее были портреты как бы, других персонажей, потому что, собственно говоря, еще одна тонкая различие, которое существует в автопортретах Клод Каон, то, что мы считаем автопортретами, часть из них это вот как ее фотография с кошкой, да, это не авто, по-моему, это просто ну, почти домашняя фотография, часть это именно автопортреты как фотографии, и часть это фотографии, сделанные во время театральных спектаклей. В 1929 году у нее был довольно, видимо, не очень продолжительный период жизни, когда она была актрисой и играла в авангардном театре парижском, созданным драматургом и режиссером, сюрреалистом Пьером Анри Беро. И играла там, как бы, судя по всему, там, по крайней мере, три спектакля, в которых она играла. Один спектакль, в котором она играла мужскую роль. И один спектакль это «Мистерия Адама». Это одна из старейших европейских, ну, если не считая античности, европейских пьес. Это средневековая мистерия, по-моему, чуть ли не XI века. И играла она там дьявола. Вот так бы, как и про которого довольно сложно сказать, ему, собственно, мужчина это или женщина, это мужской это персонаж или женский, это дьявол, ему положено, он как бы не должен быть определяем человеческими представлениями о гендере. Вот, и еще один, как бы это тоже автопортрет, но это фотография спектакля, и это «Синяя борода», где она, видимо, играла главную героиню. Да, это женский образ, но женский образ абсолютно условный. Это же женственность как игрушечность, женственность как маска, женственность, которая абсолютно кукольная, да, возвращаясь вот к этой самой играм с кукольностью, с которыми она играла. И для нее театр был таким, наверное, возможностью действительно уйти от этой двусмысленности, я могу быть кем-то другим в жизни, но в жизни надо кем-то одним раз и навсегда стать, да, или я могу делать это на фотографиях, или это может быть театром, в общем, увлечение театром вполне понятно. И после этого 29-го года, собственно говоря, вот этот период экспериментирования с собой, с автопортретами, немножко сходит на нет, автопортреты становятся несколько иными. Да? Вот еще в 26-м году она делает работу вместе со своим соавтором Марселем Муром, да, или Сюзан Малер, где она показывает просто вот эти скинутые маски, маски, которые существуют сами по себе, маски, которые ведут какой-то диалог, и почти что на могиле, да, вот на могиле, в которую можно похоронить свои предыдущие идентичности. Вот такая, собственно, фотография этих пары, да, очень любящие, очень верные, прошедшие через многие испытания, о которых мы будем говорить дальше. В 1929-1930 году она пишет, Клод Каон пишет свою автобиографию «Авеню», которую очень сложно перевести на русский, признание, а не проспекты, например, да, или какие-то там, по-разному это переводят. Вот, и делает к ней, и вместе с Марсель Муром делает фотоколлажи. Фотоколлажи по, так сказать, мотивам, по материалам своих автопортретов, где все эти автопортреты, все ее облики отслаиваются, да, и оказываются такими конфетти, из которых можно создавать бесконечное количество фотоколлажей и вариаций. Да. И как бы, собственно, в этот период она занимается, уже перестает фотографировать себя и начинает делать коллажи или играть вот с такими странными натюрмортами, выстроенными перед камерой, тоже с такой игрой в искусственное настоящее, где есть пара рук, 3-4 руки, из которых две непонятно как. Часть из них, одна из них явно кукольная, одна, может быть, принадлежит манекену. В общем, совершенно не понятно, сколько людей участвовало в этой съемке, чьи это руки, что это такое, как эти руки почти фрактально вырастают одна из другой. То есть такая как бы абсолютно еще одна игра в сюрреалистические метаморфозы. И она начинает снимать, как бы она продолжает делать автопортреты, но это автопортреты немножко другие. Если до этого ее автопортрет, это всегда была студийная фотография, да, где ничего
нету за пределами меня, этот эти замечательные различные персонажи существуют в пустоте, они существуют только перед камерой, они существуют на театральных подмостках. Эта серия начинает развиваться ее встраивание себя в мир. А в каком мире, в каком мире это может существовать? А может ли этот созданное я, да, сконструированное я, искусственное я, а какое отношение оно может иметь к природе, да, к природе, которая вроде бы, да, само существование такого персонажа опровергает, да, вот как в риторике того времени, это что-то противоестественное, это что-то против природы. Вот что такое, как можно существовать в природе, как можно слиться с пейзажем, как можно с ним взаимодействовать, как можно оживить этот пейзаж, как можно почувствовать себя частью ландшафта или сделать этот ландшафт декорацией, чем-то искусственным. Вот, эта фотография, может быть, один из ее последних автопортретов, вот таких постановочных автопортретов, которые она делает, автопортрет 1932 года, как раз доигрывающий эту историю про куклу, да, автопортрет, в котором она впервые играет не только с гендером и с национальностью, она играет с возрастом. Это возвращение в детство, она видит, предстает маленькой девочкой, ребенком, причем ребенком забытым как вещь, или свернувшимся в том уголке мира, в котором для него есть место. Да? Это единственная фотография, где есть обстановка, да, где есть мебель. Это девочка, которая девочка-кукла, девочка-игрушка, девочка, спрятавшаяся, то ли спрятавшаяся в каком-то уютном для себя безопасном уголке, то ли забытая здесь, как забытая игрушка. И вот после этого возвращения в детство, да, а она долгое время перестает снимать автопортреты и начинает делать вот такие вот удивительные объекты, сделанные для камеры. Да, как известно, сюрреалисты придумывают еще один новый вид искусства, да, новый жанр искусства, сюрреалистический объект. Сюрреалистический объект, жанр, в котором отметились все художники сюрреализма, да, и не только художники, объекты делали там фотограф Монрей, живописец Сальвадор Дали, и поэт Андре Бретон, да, то есть это было такое абсолютно то, что каждый сюрреалист должен был сделать в этой жизни, поиграть с логикой предметов, поиграть с логикой вещей, попытаться придумать, как можно с реальными предметами, с предметами заимствованными, как их можно переустроить, следуя логике сновидения, а не повседневной жизни. И Клод Каон делает один сохранившийся, да, до настоящего времени объект, но она делает целый ряд удивительных фотографий, сделанных объектов для фотографии, объектов, которые, судя по всему, существовали только, делались и только для камеры делались. Это могут быть найденные объекты в реальности, это могут быть витрины, которые она снимает, витрины музеев или витрины магазинов, да, тоже с такой абсолютно фетишизированной женственностью, которой являются эти каблуки, да, в витринах. Или это могут быть очень странные конфигурации бесконечно хрупких, да, бесконечно эфемерных предметов, которые могут существовать только под камерой. Да, скорее всего, после того, как съемка будет завершена, эта конфигурация предметов просто рассыпется. И это странным образом, это опять-таки эти проекты Клод Каон и Марселя Мура, видимо, они это вместе делали, соотносятся с одним из проектов Марселя Дюшана, который он записывает в своих записных книжках еще в 15-м году, но когда опубликованы эти книжки были, эти записки были в 60-е годы, поэтому вряд ли Клод Каон могла их знать, где он предлагает, а вот как бы было бы интересно собрать огромное количество очень хрупких предметов, положить их друг на друга так, чтобы это, вот, в общем, было понятно, что они там больше 5 минут не продержатся, и все это разобьется в дребезги и рассыплется, сфотографировать вот это вот, пока оно еще не рассыпалось, отпечатать фотографию в единственном экземпляре и разбить негатив, с которого это печаталось, и
Дюшан ничего похожего не делал, но вот эти самые работы Клод Каон очень похожи на этот проект, да, это абсолютное исследование эфемерности каких-то конфигураций предметов, каких-то странных, миниатюрных, хрупких, старомодных миров, да, какого-то старья и рухляди, вот, то есть там старья, которое было старинного, найденного на барахолках, найденного в антикварных рынках, в антикварных лавках, того старого, да, ненужного и загадочного, то, что открывают сюрреалисты, да, в эпоху модернизма, в эпоху увлечения всем современным, новым и обращенным в будущее. Сюрреалисты открывают заново очарование прошлого, которое до них было знакомо в романтизме, например, да, это открывают заново сюрреалисты, и вот такой вот эфемерный мир прошлого, который того и гляди, там, где непонятно, сухие цветы или живые, живая птица или это чучело, да, это что-то исчезающее, что-то абсолютно эфемерное, вот этот самый условный игрушечный мир, в котором сюрреалистический мир, который помещается абсолютно под колпак, вот под этот стеклянный колпак, под который Клод Каон помещала свою голову, микровселенная, в которой все возможно, на которой абсолютно хрупкая, вот действительно там дунешь и рассыпется. И, конечно, это ощущение хрупкости, ощущение бренности, ощущение эфемерности того, что хочется оказаться под стеклянным колпаком, было чем-то связанным с социальными, с политическими процессами того времени. Это вторая половина 30-х годов, наступление фашизма. И ситуация, которая была для Клод Каон там, настолько опасной, да, как для еврейки, как для открытой гомосексуалки, что она, не, во-первых, она занимается, она вместе с Марселем Муром, да, вместе с Сюзан Малер, она занимается политическим активизмом, она вступает в антифашистское объединение французских художников и интеллектуалов того времени, и она в какой-то момент оказывается вынуждена, все-таки они уезжают из Франции, они уезжают из Парижа и живут на английском острове Джерси, где они до этого долгое время там с детства проводили летние каникулы. Они туда переезжают, и вот фотографии 30-х годов, это фотографии, вот как раз те самые фотографии, про которые сложно сказать, это автопортреты как искусство, или вот это обычные домашние фото кошечкой, да, которые они делают в это время, живя на этом острове Джерси. Фотографии, в которых как впервые, опять-таки, появляется вот эта вписанность в место, вписанность в пейзаж, это больше не... гораздо более, на первый взгляд, гораздо более умиротворенные фотографии, чем ранние автопортреты, где Клод Каон, где то кем она становится, то, кем она хочет быть, может существовать вроде бы только перед камерой. Здесь, наоборот, это какое-то другое я, это как бы вот эта близость с природой, но близость с природой очень и женственность, да, но близость с природой и женственность довольно странные, потому что в этом, конечно, есть, и природа выглядит пародийной, и ее облик выглядит таким утрированно женственным, это как какая-то и китчевым, да, то есть как бы это возможно как китч, это возможно как такая странная пародия на прерафаэлитскую Офелию, в образе которой она здесь предстает. Это очень старомодные представления, как бы нарочито старомодные представления. Это такая пародия на героиню Арнуво, да, которую она разыгрывает в конце 30-х годов, когда Арнуво уже давно является таким общепризнанным и уже ностальгическим, но все-таки китчем. И вот в эту самую китчевую женственность Арнуво, женственность, которая может быть чем-то с барахолки, да, чем-то театральным, чем-то китчевым, она с явным юмором здесь играет. Вот, но их... пребывание Клод Каон и Марселя Мура на острове Джерси отнюдь не было вот таким вот замечательным эскапизмом, когда можно укрыться где подальше и разыгрывать вот перед камерой вот такие вот пасторали. Каон в это время, они становятся участниками французского сопротивления, и остров захвачен немцами. И то, что они делают, они действительно занимаются активизмом. Марсель Мур прекрасно знает немецкий язык, но
на всякий случай об этом никому не говорит и не светится, поэтому как бы обе они там довольно давно живут и являются очень заметными персонажами для этого острова, да, две дамы, живущие вместе, которые ходят в брюках, что, в общем, совершенно не являлось чем-то привычным. И даже кошку свою выгуливают на поводке, что тоже, в общем-то, это добавляло их экстравагантности. То есть две очень заметные, видимо, многим, так сказать, мозолившие глаза героини, да, которые ухитряются втайне, да, именно потому что они слишком заметные, чтобы на них подумали, заниматься невероятной так, подрывной деятельностью. Они на немецком языке пишут листовки и распространяют их среди немецких солдат, рассовывают им в карманы, засовывают в окна автомобилей, да, для этого тайно, да, для этого посещая все, так сказать, городские мероприятия. В основном они ходят на похороны, на церковные службы. Это пишут эти листовки на немецком языке, написанные на бумажных салфетках, чтобы это можно было свернуть и незаметно засунуть в карман. И пишут они переводы, то, что пишут, переводы, например, переводы BBC, которые, передач BBC, которые они слушают тайно, передач, описывающих зверства фашизма. И как бы эти листовки написаны, что как бы эти листовки эти адресованы прежде всего немецким солдатам, чтобы они дезертировали, чтобы они поняли, в чем они участвуют. Да? Это обязательная, как бы, обязательная воинская служба. И далеко, и, в общем, понятно, что далеко не все, кто оказался в армии, является таким уж твердокаменным гитлеровцем. Да? Люди разные. Вот именно к этим людям они обращаются, желая им объяснить, что происходит, желая им открыть глаза. И написаны эти листовки на немецком, как я уже говорила, и от лица немецкого офицера. То есть это последняя, так сказать, игра, последняя игра в идентичность, которую придумывают, продолжают Клод Каон и Марсель Мур, это придумать вот эту еще одну персонажа, этого немецкого офицера, который разочаровался в фашизме и пытается объяснить это своим потенциальным подчиненным, да, и пытается призвать их дезертировать, и призвать их прекратить войну. Это последний персонаж, которого они создают в каком-то смысле, если рассматривать, как сегодня это можно сделать, если рассматривать их активизм не только как активизм, но и как продолжение в каком-то смысле их совместного художественного проекта. Я думаю, что активизм и художественная практика все-таки достаточно равноценные вещи, но активизм был, конечно, им очень дорогого стоит. В конце концов, все-таки, потому что долгое время там как бы все думали, что там просто какая-то целая подпольная сеть действует, а это были всего лишь две эксцентричные дамы, которых знал весь остров. В какой-то момент их обнаруживают, их раскрывают, и, судя по всему, их сдала торговку, которую они покупали, эти самые бумажные салфетки, потому что, видимо, относились к ним все не особенно доброжелательно, и их сажают в тюрьму, и приговаривают к смерти. И смертный приговор не был приведен в исполнение, потому что война закончилась, просто не успели. И их как бы они выпускают, почему обе они как бы с очень подорванным здоровьем. И вот одна из таких фотографий, где Клод Каон стоит с этим нацистским значком в зубах, как бы демонстрируя вот эту свою какую-то победу над этой ситуацией. И в конце 40-х, 50-х годов она делает еще несколько автопортретов с таким пародийной фигурой героя, да, или героини, напоминающей вот этого сатану, которого она играла в игре об Адаме, в мистерии об Адаме отчасти. Она отыгрывает, собственно говоря, наверное, если что-то, как бы, эти фотографии, это отыгрывание представления о том, что такое героизм, о том, что такое героиня или герой. И одна из театральных, один из ее литературных текстов, который она писала еще в 30-е годы, как раз назывался «Героини» и был
собранием монологов различных знаменитых, ну, собственно говоря, женщин прошлого, там, от Евы до той же самой Соломеи. И Соломея, как женщин прошлого, которым никогда не давали собственный голос. Вот как пересказать эти истории знаменитых героинь именно с женской точки зрения, с такой феминистской точки зрения. И один из этих монологов был как раз монологом Соломеи, которая... театральная актриса, которая снится, которая играет роль Соломеи, которая, в конце концов, ей снится, что она стала этой Соломеей. Она пытается понять, что же это такое быть этой Соломеей, увидеть настоящую отрубленную голову на блюде вместо бутафорской. Вот. И эти ее фотографии — это как раз фотографии, там, представляющие эту героиню, да, героиню, какой могла бы быть античная героиня в классицистской французской пьесе, что это такое, уже не герой, а именно героиня. Хотя отыграть этот диалог с манекеном такой в стиле Де Кирик и Макс Эрнста, такой очень сюрреалистический, классический, при том, что она после войны она не возвращается в Париж и не возобновляет контакты, то есть она пытается возобновить контакты с сюрреалистическими кругами, но как-то уже там, не до того, не очень хочется, и вообще как бы движение как таковое распалось к этому моменту. Вот, потому что там, ее сюрреалистические практики, они оказываются такими совершенно приватными. Например, у нее было развлечение или сюрреалистическая практика, когда она выгуливала кошку, да, на поводке, но при этом завязывала себе глаза и следовала туда, куда пойдет кошка. Да, вот что это такое, что это вот, еще одна история там, про случайность и автоматизм, которые так любили сюрреалисты. Вообще, надо сказать, что для конца 40-х годов, опять-таки, она потрясающе одета, она одета как наша современница. Это невероятное ощущение каких-то совершенно другого отношения к стилю, да, и к моде. Вот. И, может быть, одна из ее последних серий — это вот такая вот серия, где с масками, да, на кладбище, где она предстает, видимо, да, в образе этого классического героя войны. Это неизвестный солдат. Это тот самый неизвестный солдат, который как фигура, да, как появляется после Первой мировой войны. Первая могила неизвестного солдата — это Париж, окончание Первой мировой войны. И вот она как бы отыгрывает эту фигуру, неизвестный солдат с маской, да, без лица, вот с этим лицом декириковского манекена. И хотя есть фотография, где она эту маску снимает, да, кроме неизвестных солдатов, есть вот, собственно, Клод Каон, которая была героиней, которая была героем сопротивления. Умирает она в 1954 году, а Марсель Мор, Сюзанна Малерб доживают до 72 года одна и кончает жизнь самоубийством, они похоронены в одной могиле. То есть такая как бы еще идеальная, одна из самых впечатляющих, может быть, пар, да, история любви, история соавторства и какого-то совместного подвига, который там был. Вот, ну, наша следующая героиня — Франческа Вудман, американская фотохудожница, первый свой автопортрет, сделавшая в 13 лет. Это фотографический автопортрет, в котором уже есть все то, что будет в фотографиях Франчески Вудман. Это автопортрет без лица. Это автопортрет, в котором есть воздух, в котором есть присутствие, в котором есть абсолютное ощущение, да, эфемерности этого присутствия, что это прекрасный там, волосы в потоке воды, что это, как бы, что это образ абсолютно ускользающий, образ драгоценный именно своим, тем, что он ускользает, тем, что его невозможно зафиксировать, тем, что его невозможно рассмотреть. Она фотографирует с 13 лет. Чуть ли не самого там, еще раньше было понятно, что она будет художницей, потому что она была из семьи художников, и ее отец преподавал историю искусства в университете в Колорадо. Колорадо, по-моему, и был художником-абстракционистом. Ее мать, которая жива, до сих пор была керамистка, делающая декоративную керамику, с абсолютными с такими очень для людей того поколения характерными идеями, что если ты делаешь какой-то прекрасный, красивый бытовой предмет, ты делаешь его для того, чтобы сделать мир и общество лучше. Такие очень, как бы, очень правильные родители, любящие искусство и совершенно не изумляющиеся тем, что дочь хочет стать художником, так же, как художником стал ее брат, который
видеоартист и занимается видео, он же жив, не очень знаю, правда, чем он занимается. Вот, и для нее было, может быть, как раз, ну, как в любом случае, она училась в художественной школе, и для нее возможностью не следовать путем родителей все-таки, это, потому что это всегда неплодотворно, было то, что она будет заниматься не живописью и не скульптурой, не чем-то материальным, она будет заниматься фотографией. Первую камеру ей дарит отец, и с тех пор она занимается почти исключительно фотографией, занимается и с возраста с 13 лет. И как бы первые свои фотографии делают уже такие сознательные, делает в 76-м году. Это серия, сделанная в Болдере, где она летом отдыхает, такой там колония художников, где она летом живет, видимо, все-таки с родителями, и где она отыгрывает вот эти замечательные, что такое все-таки очень постановочная и почти театральная фотография, что она разыгрывает сюжеты, она как бы не снимает себя, какова я есть, Франческа Вудман, она снимает себя как модель, которая разыгрывает те или иные истории. В данном случае это такая достаточно история, тоже напоминающая отчасти Офелию, где есть такая страшная сказка с прекрасной женщиной, запутавшейся в корнях деревьев, дерево в воде на фоне кладбища. Да, какая-то очень готичная история. И действительно, готические новеллы, готические романы были одним из, и такая вот викторианская культура мрачного, да, и загадочного была одной из составляющих, так сказать, источников вдохновения для Франчески Вудман. Эту историю она как бы с женщиной, как бы с этой дриадой, да, или Офелией, запутавшейся в корнях деревьев, она отыгрывает несколько раз. И здесь есть, она снимает себя обнаженной, она постоянно будет себя снимать обнаженной. И в этом есть еще пока что, да, в этом есть еще обыгрывание 70-х годов, 60-х, помните, кто был на прошлой лекции, то, что делала Анна Мендиета, женщина как часть природы, женщина, которая ближе к земле и к естественности, да, такой женский вариант ленд-арта, в который она играет, но играет очень иронично, потому что, собственно говоря, никакого такого вот неоязыческого ощущения, что близости с землей, там богини природы, да, матери земли здесь нету. Здесь скорее есть разыгрывание этого как очень постановочного и очень стилизованного на самом деле. И тоже немножко подчеркнуто старомодного сюжета, да, вот как фотографии Клод Каун 30-х годов, где она возлежит среди листьев и разыгрывает такую странную героиню Арнуво. Вот. Ну, хотя как бы там в разных сериях это работает, как бы работает по. Что, извините, какая-то вылезает какая-то компьютерная штука. Вот, и к этой истории про женщину как часть природы, она вернется позже, в 80-м году, и вернется, отыграв ее совсем иначе, да, отыграв ее очень иронично, да, в этом очень женственно, превратив это в маскарад, в аксессуар, да, это часть природы. У нее, ну, эти ветки березы, женщина-дерево, превращаются в такие как бы браслеты у нее на руках, превращаются в аксессуар, но и дают полностью вспомнить, собственно говоря, сюжет. Это сюжет, который в связи с работами Франчески Вудман вспоминается, это сюжет принято упоминать обязательно, да, это античный сюжет, классический сюжет европейского искусства, сюжет о нимфе Дафне, которая превратилась в дерево, чтобы избежать преследований бога Аполлона, который ее там отчаянно преследовал, да, чтобы избежать этого мужского желания, женщина превращается в дерево. Вот это превращение в дерево, в данном случае превращение очень кокетливое, да, Франческа Вудман разыгрывает. Но как бы история про природу достаточно странную, театрализованную, пугающую. А у нее, собственно, на фотографиях, сделанных в этот летний период, в Болдере заканчивается, да? А потом, как бы, собственно, вся ее достаточно короткая, трагически короткая творческая биография, делится на различные места, где сделаны фотографии. Вот первый период — это то, что она делала в этом
на летние каникулы. Второй период — это то, что она делает в Род-Айленде, куда она переезжает, где учиться она поступает в Род-Айлендскую школу дизайна. Это один из самых тогда знаменитых школ дизайна в Америке. Учит она фотографию, изучает фотографию. Фотографию в то время еще в Америке, не очень считавшуюся таким же высоким искусством, как живопись или графика, или инсталляция. Да, это пока еще непонятный статус, что это такое, поэтому она изучает именно вот фотографию, с тем, чтобы не предполагается, что фотограф не становится художником, а становится фотографом после этого. И часть работ, которые она там делает, это работы, сделанные совершенно очевидно по заданию. Сделайте задание на композицию или задание там на цветоделение, поработайте с натурщиком. И она делает вот такой цикл фотографий, где она снимает натурщика Чарли, расписывая, да, дописывая его историю, говоря, что вот это натурщик Чарли, который 19 лет работает натурщиком в Род-Айлендской школе дизайна, и который лучше всего знает, как никто другой знает, что такое превращаться за разом в раз в плоский оттиск на листе. Да? То есть это человек, который привык, что он привык к постоянному развоплощению, привык к тому, что он будет только оттиском на листе какой-то ученической фотографии, которую все забудут. И в котором, и здесь, в данном случае, она в этой фотосерии, она участвует в нем, она приходит к нему на этот лист, она вместо того, чтобы снимать его, как снимают натурщика, который уже прекрасно знает, что его снимают, которому смешно, что его снимают, который знает наизусть все те позы, которые его заставят принять студенты, вот, который как бы в первый раз начинает играть в это, который понимает, что это же очень смешно позировать, он прекрасно знает весь протокол позирования. И она к нему присоединяется, она приходит, они начинают вместе валять дурака, и она пытается тоже понять, что такое для нее стать этим оттиском на плоском листе бумаги, потому что за любым плоским листом бумаги всегда есть присутствие, всегда есть человеческое тело. И одна из финал этой истории, да, снятой истории, сфотографированной, рассказанной истории про натурщика Чарли, заканчивается эта история довольно странно. Она пишет, что Чарли недавно пережил инфаркт. Я надеюсь, что ему будет лучше. И да, это сочувствие к этому человеку, который вот уже сросся с этой школой, присутствует на всех фотографиях. Но при этом в этой истории есть такой, как мне кажется, немножко оттенок любимых, видимо, Франческой Вудман готических историй, да, когда там овальный портрет Эдгара По, чем больше герой рассказа пишет портрет своей возлюбленной, тем, как бы, чем живее становится этот портрет, тем безжизненнее становится его возлюбленная. Когда он заканчивает портрет, она умирает. Да? Чем больше фотографирует беднягу Чарли, тем слабее он становится в жизни. Да? Его почти зафотографировали, его почти целиком превратили в этот плоский лист бумаги. И вот это превращение в плоский лист бумаги и желание доказать, что за этим плоским отпечатком по-прежнему есть тело, по-прежнему есть живой человек, это то, что Франческа Вудман отыгрывает в одном из своих видео. Она успела снять несколько видео, и это видео мы сейчас посмотрим. Покажите, пожалуйста.
Такое видео, где она, собственно говоря, появляется, чтобы тут же уйти из кадра, естественно, не остаться в кадре, не на стоп-кадре, это кончается на ее уходе. И то, что они пишут Розалин Краус, что одно из ее прочтений, да, что это очень, очень феминистское, потому что, наверное, в 70-е годы, в начале 80-х любую художницу принято считать феминисткой, что это как бы что вся стратегия Франчески Вудман, которая снимает себя обнаженной, которая это показать при этом, как она избегает мужского взгляда. Это все время уход из кадра, это все время попытка скрыться, это все время попытка стать неразличимой, да, показывать себя, чтобы стать неразличимой, показывать, снимать себя обнаженной, чтобы остаться анонимной. Ее нагота будет всегда анонимной, да, как в очень отчетливые, пародийные, вызывающие фотографии, где вместо лица есть маска, которая лежит у нее на лоне, где тело будет чем-то подверженным деформации, искажениям, как такой тоже редкой для нее работе, где фотография – это как раз деформация тела, где будут какие-то смешные, очень сюрреалистические дополнения, чем я могу прорасти, как я могу трансформироваться в объект буквально перед камерой. Вот. Но, собственно говоря, то, с чем она работает, это не со своим телом, не с его трансформациями, не с его репрезентацией, а с соотношениями и взаимоотношениями тела и пространства, какое место я занимаю в мире, какое место я занимаю в пространстве, насколько в этом, насколько она уместна, да, уместности. И тогда же в Род-Айленде живет она там, судя по всему, жила она в это время в лофте, она снимала большое полузаброшенное здание, в котором она жила. И в этом полузаброшенном здании она делает фотографии как раз про свое присутствие, про его следы. Могу ли я в этом заброшенном, нежилом, да, нежилом пространстве, которое сознательно выглядит как нежилое, оставлено нежилым, можно ли в нем оставить следы жизни? И эта фотография, это документация перформанса, да, потому что ее фотография Франчески Вудман, там всегда есть перформанс, когда она приходит, ложится на пол, и мукой засыпается все это пространство, и остается ее отпечаток, да, только отпечаток, вот этот след присутствия. И вот эти нарочито специально нечеткие фотографии, в которых это присутствие всегда сомнительно. Также одна из ее школьных работ, собственно говоря, которая называется «Пространство», это она вся про это самое исследование, какое место человек, тело занимает в пространстве, насколько можно зафиксировать свое присутствие, насколько можно вписаться в это место, насколько можно быть уместным. Да, это, естественно, это наброски, это не студии. Вот, собственно говоря, это замечательная фотография, которая выглядит почти как документация современного танца, как танцевальной постановки, где все время это, где все время все равно это присутствие оказывается размытым, все равно это какие-то хроники исчезновения, это все равно какие-то хроники неуместности. Там есть вот такая потрясающая часть этой фотосерии, где натурщики или она помещены в витрину, помещены под стекло, помещены в что-то, что напоминает, что заставляет вспомнить музей, какой-нибудь музей естественной истории. Да? Даже не музей искусства, где под стеклом хранятся какие-нибудь замечательные статуи или драгоценные объекты, а скорее музей естественной истории, где в таком как бы, да, чучело редкого зверя, да, то, что потом будет у Дэмиана Хёрста, когда у него будут заформалинены эти звери вот в таких же ящиках. Да, здесь в них помещены живые люди, живые натурщики, и даже в этом стекле, даже в этих витринах они остаются невидимыми, они ускользают, они размываются. Даже поместив их под стекло, нельзя их разглядеть, нельзя каким-то образом зафиксировать их, и поэтому возникает вот это вот абсолютное борьба, это желание уйти из кадра, уйти из очертаний, уйти из зоны видимости, остаться невидимым, да, когда это стекло, это попытка зафиксировать облик. И все равно это невозможно, и все равно фигура размывается и растекается внутри этого аквариума, внутри этой витрины. И
все ее как бы, самые знаменитые фотографии, то такие вот хроники исчезновения, хроники ускользания, фигуры, которые очень напоминают историю о привидениях, потому что это, как бы, опять-таки, любовь к заброшенным зданиям и к местам, которые кажутся принципиально нежилыми. И то, с чем она работает, с фотографией, как истории про истории ускользания и исчезновения, наверное, как бы, ну, напоминает, да, все как раз в 70-е, в 80-е написаны знаменитые там, классические тексты о фотографии, будь это Ролан Барт, будь это Сьюзен Зонтак, будь это тут чуть позже писавший на эту тему Жан Модрияр, когда фотография начинает связываться со смертью, да, что фотография – это то, что репрезентирует смерть в современной культуре. И Барт, по-моему, все-таки Ролан Барт пишет в своей книге «Камера Люсида», когда он пишет, что когда я смотрю на свою фотографию, я понимаю, что таким будут видеть меня после смерти, что это то, что от меня останется после моей смерти, это всегда некое присутствие смерти. И то, что как бы, делает, то, что делает, как мне кажется, Франческа Вудман, она как раз с этим работает. На фотографии я всегда свой собственный призрак, я всегда привидение, поэтому это как бы, такое призрачное явление, это то, что от меня останется, это то, что я не увижу. Это возможность явиться самой себе в виде привидения. И вот эту призрачность вообще любого фотографического образа, фотографию не как след, не как след исчезновения, это то, как бы, как фотографию как абсолютно как бы историю призраков она отыгрывает. Опять-таки можно вспомнить столь любимую сюрреалистами, интересовавшую саму Франческу Вудман, историю про едва ли не первые фотомонтажи, да, фотоспецэффекты, комбинированные съемки, которые появляются в фотографии, появляются они в XIX веке на волне увлечения спиритизмом, когда делаются фальшивые фотографии являющихся призраков и являющихся духов на спиритических сеансах, и это первые спецэффекты фотографии. Вот эти вот как бы первые фотографии призраков, она, собственно говоря, и повторяет в своих работах, где любое появление в пространстве всегда немножко не связано с этим пространством. Все пространства заброшены, все пространства необитаемые, в них не может быть жителей, в них могут быть только привидения. И свои отношения с пространством, с этими, может быть, со своим лофтом, она выстраивает очень странно. Это опять история про камуфляж, это опять история только здесь про спрятаться в природе, слиться с местностью. Только здесь нимфа, не нимфа, которая превращается в дерево, а женщина, которая прячется в узоре на обоях. И вот такая серия, где она отыгрывает, собственно, эти обои разрушенного дома, отыгрывая еще один уже как раз феминистский сюжет готического романа. Это знаменитый рассказ, написанный в конце XIX века американской, по-моему, романисткой Шарлоттой Перкинс Гилман. Рассказ называется «Желтые обои». Рассказ тут был также источником вдохновения для одной из замечательных художниц-сюрреалисток, занимавшейся живописью, Доротеи Таненко, о которой мы говорили, я рассказывала на одной из предыдущих лекций. Действительно, очень страшная история, про коротенький рассказ про женщину, которая страдает после родовой депрессии, и ее муж ее закрывает в доме, говорит, что, дорогая, тебе не нужно беспокоиться, тебе не нужно выходить из дома, пожалуйста, вот сиди у себя в комнате, никуда не выходи. И она сидит, вот, и как бы остается в заточении фактически в этой комнате и начинает вглядываться в рисунки, в узоры на обоях. И чем больше она вглядывается в эти узоры на обоях, тем больше ей кажется, что там за этим орнаментом, за этой решеткой, она видит фигуру женщины, она видит, как эта женщина мечется, и как она пытается вырваться из этого орнамента, вырваться из этих обоев. И героиня рассказа окончательно сходит с ума, и в конце рассказа она пытается содрать обои со стены, чтобы выпустить эту пленницу и выйти самой. И вполне возможно, что именно этот сюжет, эта история, вот эту пленницу за обоями, пленницу дома, разыгрывает Франческа Вудман в своих фотографиях, разыгрывая как бы такой как раз готический сюжет женственности, что женщина всегда часть дома. Да? У нас есть сюжет
домашний очаг, хранительница очага, и что женщина-заложница дома, что женщина поглощается этим домом, поглощается этим местом, где она, да, она живет столько, сколько живет дом, но она не может его покинуть, как настоящее привидение, поэтому это такое вот как бы женское прочтение, что такое история про привидение, это история про призрак, про женщину, которая пленена домом, которая не может его покинуть, которая все время в нем присутствует, и в доме заброшенном, в доме пустом, в доме, в котором которую она никогда не может обжить, она может только появиться в нем. Поэтому всегда очень странные взаимоотношения с пространством, очень странные взаимоотношения с предметами. А фотографии, которые, судя по всему, повторяют, да, фотографию Клод Каон, хотя никаких, так сказать, доказательств, что Франческа Вудман знала ее снимки, нету, но это просто похожее сознание, да, что такое, каким образом я присутствую в пространстве, уместно я здесь или неуместно. Вот, и как я с ним соотношусь, это еще одна серия фотографий. Да, конечно, это 70-е годы, конечно, это фотографии, которые напоминают то, что чуть-чуть раньше или примерно тогда же делали художники-концептуалисты, делал в своих фотографиях Брюс Науман, который использует свое тело как инструмент измерения пространства. Да, это такая постминималистская эстетика. Но здесь это, как бы, это соотношение с пространством драматично. Это пространство поглощает тело, пространство делает тело неуместным. И даже зеркала, которые появляются во многих фотографиях Франчески Вудман, потому что такой классический ход там, с зеркалами, с отражениями, с отражением отражения, это зеркала, в которых невозможно увидеть свое отражение. Это зеркала, из которых ты исчезаешь. Это зеркала, которые вместо того, чтобы показывать тебя, да, показывают твое лицо, скрывают его, это зеркала, за которые она прячется, вместо того, чтобы в них смотреться. А это история развоплощения, одна из серий называется того времени, да, называется «Как стать ангелом», и «Как быть ангелом». И, собственно говоря, ангельское здесь это именно что развоплощение, да, дематериализация, нагота, которая здесь выступает как инструмент развоплощения, не как присутствие тела, да, вот как в таком традиционном, уже традиционном феминистском искусстве того времени, когда художница обнажается, чтобы предъявить себя, предъявить свое тело, настоять на своем присутствии в мире. Здесь нагота – это какой-то инструмент развоплощения и, в общем, анонимности. Так же, как и такой же анонимности оказывается одежда, вот серия с перчаткой, перчатка, которая для замена тела, да, которая отчасти фетишистская, которая в конце концов это перчатка, которая остается одна, которая остается как след тела, которого больше здесь нету, и перчатка, которая для Франчески Вудман отсылает к сюрреализму, она была действительно поклонницей сюрреализма и отсылает к иллюстрациям, вернее, к рассказу, к новелле Андреа Бретона «Надя». Это документальная новелла, где Бретон рассказывает о своей встрече с некой молодой женщиной, называющей себя Надя. Она француженка, она не русская. Вот. И женщина, которая для него, которой он увлечен, за которой он следует в какой-то совершенно причудливый мир, вот в эту всю реальность, и женщина, которая оказывается душевно больной. И для него это опыт соприкосновения с безумием, и иллюстрация к этому рассказу, роману, повести. Это рисунки героини, реально существовавшей женщины. Рисунки, один из которых, собственно, то, что на обложке, это вот эта отдельная перчатка. И с этой героиней, находящейся на Наде, с персонажем, находящимся на грани реальности и безумия, да, или сновидения, сюрреальности, Франческа Вудман себя отождествляла, видимо, да, потому что она все время находится, как бы для нее фотография, это все время возможность зафиксировать вот этот момент исчезновения из одной реальности и перехода в другую реальность, которую она, собственно говоря, снимает. В 1977-1978 году она живет в Риме, в Италии, в которой она уже бывала со своими родителями в детстве. Ее родители были большими, давшие ей итальянское имя. У них не было итальянских корней, да, они не были итало-американцами, они были
американцами. Вот, но они были большими поклонниками Италии. В детстве она проводила в доме около, вместе с ними в доме, который они купили около Флоренции. И она едет, получает гранты, едет после окончания этой школы и едет жить в Рим, где, собственно говоря, вот это ощущение прошлого и старинной культуры тоже как место, как старинной живописи, в которой ты должен найти себе место в культуре, в истории культуры, в этой иконографии прошлого, которое необъятного прошлого, которое на тебя наваливается. Я думаю, что для многих американских художников это было такое столкновение, да, с таким огромным, неисчерпаемым объемом прошлого, да, с которым ты сталкиваешься. Вот она с этим начинает работать, она работает с классической живописью, как можно себя поместить в нее, и это может быть вот такой вот вполне скромный натюрморт, потом это, который превращается в такую очень странную фотосессию с угрями, с одной из самых странных, да, так сказать, предметов для натюрмортов, с которыми она работает, угрями, которые, конечно, это такой фаллический символ эротизированный, и, конечно, это угри, с которыми она предстает как Леда с лебедем, да, с этой шеей, и Леда с лебедем у нее тоже появляется на одной из фотографий. Вот тогда, там же она интересуется естественной историей, вот тем, что такое другие живые существа, которые не очень живые на ее фотографии, когда можно перенести живое существо на фотографию, оно оказывается все-таки не очень живым, поэтому непонятно, вот эта черепаха, которая живая или нет. Потрясающая фотография, которую она делает во Флоренции в музее естественной истории, где она договаривается специально с... начинает дружить с охранниками музея, со смотрителями, чтобы ее пускали туда ночью, когда нету посетителей. Такой музей естественной истории, старинный, да, там, с чучелами, которые, наверное, 19 века стоящими в этих шкафах. И она забирается в этот музей, фотографируется, она спрятана в этом шкафу, она один из экземпляров, она один из экспонатов этого музея. Она так принадлежит такому же прошлому, да, и она как бы пытается сбежать оттуда или нет. Оказывается, там заточенный. Вот. И те же самые истории исчезновения, да, истории призраков, которые она разыгрывает, римская серия, тоже продолжающая историю, как быть ангелом, да, но история, как быть ангелом, как, это как не быть живым человеком, как не быть кем-то из плоти и крови. И тщательная история исчезновения. Опять-таки, интересно, в Риме, в Италии в это время, я думаю, что она, как любая молодая девушка, она не очень интересовалась, судя по всему, массовой культурой, но я думаю, что она вполне себе ходила в кино. И конец 60-х, там, 70-е годы в Италии, это, собственно говоря, расцвет жанра джалло, мистических историй про исчезновение, про триллеров, и в которых довольно часто играет, значительную роль играет фотография. Ну, как бы не совсем джало, но достаточно хороший пример этого. Это фильм «Антониони Блоуап» про фотографа и про ту, как бы, тайну, да, мистику, которая связана с фотографией. Ну и, собственно, помимо этого фильма были там сразу после него снятая парочка фильмов Дарио Ардженто, где тоже герои фотографы, где тоже фотография – это какой-то ключ. Ключ – это как бы инструмент, который позволяет усомниться в реальности, скажем так. И я думаю, что атмосфера джалла и вот это странное ощущение, что фотография – это что-то, что заставляет усомниться в реальности, а не удостовериться в ней – это то, что в фотографиях Франчески Вудман вполне себе присутствует. Да? Это такие, опять-таки, фотографии привидений и представления о том, каким образом при помощи фотографии можно понять, что такое быть призраком, стать привидением, явиться самой себе в виде привидения, почувствовать свою неуместность в мире, непринадлежность миру. И такие вот самые пугающие, наверное, снимки, которые она делает, это ее вариации на тему распятия, где она предстает вот такой женской версии распятия. Но как интересно, это распятие, это действительно как привидение, которого никто не видит, или как распятие, которое все настолько давно висит на своей стене в комнате, что его уже никто не замечает, да, как любое распятие, как любую икону, которую, любые мученичества, которые все забыли перестать, оно там по-прежнему парит, да, вот это никем не замеченное привидение. И
В Италии у нее происходит единственная ее прижизненная выставка, которая проходит в маленькой книжной лавке, книжном магазинчике Мальдарор, книжный магазинчик, который она находит случайно. Вот как выглядит выставка, да? Крошечная фотография, как эта выставка выглядела, как следует из названия, да, это книжный магазин, который собирал в том числе книги сюрреалистов, потому что Мальдарор — это песня Мальдарора, книга Латрамона Исидора Дюкаса, книга культовая для сюрреалистов, и книжная лавка была очень странная, торговавшая авангардом, торговавшая книгами сюрреалистов, торговавшая тем, что тогда в Италии было как бы абсолютно не то же запрещено, но как бы очень сомнительно именно с точки зрения интеллектуалов традиционно левых. Это магазин, который торговал книгами итальянских футуристов и книгами, изданными во время итальянского фашизма. Это магазин, который торговал книгами Селина, например, да, при том, что его хозяева не были никакими фашистами, они были анархистами, но они просто были более свободными и более левыми, чем левые, которые это продавали. Магазин всяких странностей, старинных книг, полузапрещенного, сомнительного, романтического. Магазин, в который Франческа Вудман забредает случайно, абсолютно в него влюбляется, покупает там старинные книги, с которыми она работает, и делает там первую и единственную свою прижизненную выставку. Вот, опять-таки, как эти выставки выглядели? Это не были большие роскошные фотографии, это были маленькие карточки, которые висели на стене вот с такими снимками, которые еще более неявные, еще более исчезающие, чем еще более сомнительные, чем нам кажется, когда мы их смотрим в фотографии, да, все-таки на большом экране или хотя бы на мониторе компьютера. И она там начинает работать с графикой, она начинает работать со старинными книгами, которые она покупает и переписывает, переписывая книгу, старинную книгу кулинарных рецептов. Она придумывает совершенно фантастические рецепты и дополняет их фотографиями, такие уроки кухни, придумывает, пишет открытки, которые она пишет, как бы мейлар, да, она пишет открытку псу хозяина этой лавки, которого звали Дюкас, в честь, собственно говоря, настоящее имя Латрамона Исидор Дюкас, вот такой пес Дюкас, которому делает замечательную графику, да, очень редкие ее графические листы, хотя она рисовала и все свои фотографии делала по эскизам. Это всегда очень сложно выстроенная композиция, сделанная по рисованным эскизам, а не через импровизацию, не через поиск удачного кадра в реальности. Вот, из Италии она опять возвращается на короткий период в Род-Айленд, и там делает серию фотографий, как раз вдохновленных, судя по всему, ее опытом взаимоотношения с книгами, с какой-то попыткой инкорпорировать старые книги в свои работы. Она делает книги «Лебединые песни» или «Песня Свана», да, которая здесь это отсылка, возможно, к герою Просто герою эпопеи «В поисках утраченного времени», где, собственно говоря, это попытка стать текстом, как она фотографирует себя как часть текста, как часть рисунка, как часть вот стать этим листом бумаги, стать этим уже не отпечатком, а просто вот какой-то частью текста. И в 1979 году она переезжает в Нью-Йорк, где она пытается найти, как бы она уже окончила учебу, она пытается найти работу, она пытается сделать профессиональную карьеру и страшно расстраивается из-за того, что эта карьера никак, что ее никто не замечает как фотографа, а быть тогда замеченным как фотограф было крайне сложно. Вот. И ее нью-йоркские истории — это те же истории про исчезновение и про попытки, и про малообитаемые малообитаемые пространства, которые невозможно обжить, в которых можно только явиться. Краткий период она работает с цветом, и она снимает опять-таки себя, да, снимает себя в цветных интерьерах, потому что квартира, которую она снимает, ей досталась квартира вот таким вот удивительным зелено-розовым образом раскрашенной, и она там начинает играть с цветом, снимая, может быть, достаточно веселая история, где она, ее родители вспоминали, что она как бы совсем не была вот такой мрачной, меланхоличной девушкой всегда, что в этом все-таки есть юмор, что в этом все-таки есть игра с этим появлением и исчезновением, и в этом есть кокетство, которого там очень много. Вот. И там же она начинает искать, там же она делает проект «Кариатида», где она пытается сфотографировать, не знаю, себя или натурщиц
в виде фигур античного храма и выстроить из них храм, да, выстроить эти, как бы, продолжая, да, эту историю женщины как части дома, женщины как узницы архитектуры, женщины как узницы мира, но продолжая, может быть, в каком-то не столь готичном ключе, скажем так. Вот. И там же она начинает, поскольку она ищет работу, она начинает работать с ассистентом модного фотографа, потому что все-таки тогда что может делать фотограф профессиональный, быть фэшн-фотографом. И фэшн-фотография, на самом деле, для нее тоже была достаточно важна, и среди тех влияний, которые она признавала, было влияние модной фэшн-фотографии, фотографа, да, Дебора Турбевиль, фотографа, которая работала для журналов Vogue, для больших модных журналов, но делала совершенно невероятные фотографии, которые не были похожи на фэшн-фотографию. Да, это такие же вот фотографии, сделанные для итальянского Vogue 1978 года, выглядящие очень похожи, на самом деле, действительно, на то, что делала Франческа Вудман, с очень странным, собственно говоря, статусом одежды. Одежды, которая для Вудман была очень важна, так же, как для нее была важна нагота, но и для нее важна одежда. Одежда, в которой, это, видимо, ее как раз опыты в фэшн-фотографии, одежда, у которой именно на модной фотографии есть довольно странное свойство. Одежда – это не что-то, как бы, это же не на модели, да, это не ее одежда, это не часть ее личности, это что-то, что она рекламирует, это образ, который ей предписан, и в каком-то смысле то, что есть на Вудман, да, одежда – это то, что в тебя вселяется, как привидение, это какой-то дух, который в тебя вселяется, это что-то другое, что из тебя говорит, поэтому у нее очень странно это, причем она свою одежду она покупала, насколько я понимаю, в основном в секонд-хендах, и поэтому это всегда чья-то одежда, это всегда одежда из другого времени, стиль, судя по ее фотографиям, манера одеваться у нее была совершенно изумительная, но отчетливо старомодная, да, это платье викторианских героинь, это платье человека из другого времени. Ей нравилось видеть себя викторианской героиней, ей нравилось видеть себя этим человеком другого времени. Причем героиня викторианского романа, причем викторианского романа не героиня инженю, а героини безумные у нее. Там, если говорить о Грозовом перевале, то там она себя отождествляла не с повествовательницей, а вот с этой самой безумной женщиной, запертой на чердаке. Да? Вот. И как бы, вот эти платья, которые у нее появляются, платья, которые вселяют, одежда, которая становится духом, который вселяется в то или иное тело, одежда, которая тебя поглощает, одежда, которая так же, как ни странно, так же, как и нагота, оказывается инструментом исчезновения. Да? Ты исчезаешь в своей наготе, ты исчезаешь в своей одежде. Вот. И последняя, как бы, книга, которая, единственная, тоже книга, которую она делает при жизни, которую она. Это книга расстройство внутренней геометрии, наверное. Книга это коллаж, это старинный учебник геометрии, который она покупает как раз в этой итальянской лавке Мальдорор, привозит с собою и вклеивает туда свои фотографии, которые иллюстрируют, собственно говоря, вот это безумие, как бы невозможность вписаться в место, невозможность вписаться в порядок, да, даже потому что сам этот порядок, это устаревшая, это старая непонятная книга на итальянском с какими-то формулами, он принадлежит другому времени, он принадлежит другой эпохе. Современного порядка нету, и это порядок твоего исчезновения, как бы порядок твоей неуместности. Книга, которая как бы, такую, последнее ее творение, она в 22 года она кончает жизнь самоубийством, потому что она страдала депрессией, у нее были до этого попытки самоубийства. Почему она это сделала, не очень понятно. Вроде бы она поссорилась с бойфрендом, вроде бы она подавала на грант и не получила этот грант. Она не могла найти себя, ну, как бы не могла состояться профессионально, хотя довольно странно, в 22 года расстраиваться из-за того, что ты не стал великим фотографом прямо сейчас. Ну, как бы такое невероятно короткое, блистательное существование. Можно сказать, вундеркинд, там прекрасные фотохудожницы, оставившие по себе вот это удивительное наследие фотографий
фотография, которая для меня история, собственно говоря, призрачности, история, которая само показывает, как ничто другое, само медиа, фотография, как то, что способно действительно зафиксировать это становление призраком, это изменение. Это в каком-то смысле, если говорить о викторианских героинях, то для меня, конечно, Франческа Вудмонт — это немножко такой готичный вариант «Алиса в стране чудес» карловской, которая тоже все время про то, что это первая викторианская героиня-подросток, которая все время про то, как она не может быть собой, как она не может подстраиваться под каждое новое место, как она становится то больше, то меньше, и как она все время стремится к исчезновению и деформации. Это вот отчасти вот такая вот история. Действительно, я думаю, что художница, открытая после ее смерти, ставшая культовой, чему, к сожалению, всегда ранняя смерть, трагическая гибель способствует, повлиявшая, я думаю, очень много на кого, в том числе уже и на модную фотографию, и на дизайн, и на дизайн, не знаю, там, обложек пластинок и чего угодно, и при этом как бы об уникальности, которую нужно вспоминать каждый раз, когда мы видим кучу вещей, которые были отчасти сплагиатированы с ее фотографией. Спасибо. Может быть, у кого-то вопросы есть? Поднимайте руку, я микрофон принесу. Извините, а как вот книга называлась про девушку, которая... Вот первая была о желтых обоях, и вторую, вот, которую вы говорили книгу. Проще. Грозовой перевал? Нет, это потом уже было, это последняя. А вот которая посерединке была. Алиса в стране чудес. Нет, только про... Это Андре Бретон, роман или повесть называется «Надя», есть на русском языке, находится, довольно просто находится в интернете. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а участвовали ассистенты во время съемки? У кого? У Франчески Вудмонт? Да. Ну, судя по всему, да. Нет, она сама, Ну, помощники были. Ну, судя по всему, да. Спасибо большое. Кто-нибудь еще? Добрый вечер. Я хотела спросить, при всей, нереализованности, как думала о себе Франческа, как же получилось так, что сейчас мы о ней говорим? Ну, то есть, каким образом она стала все-таки известна, в профессиональных кругах? У нее все-таки было несколько выставок, стали выставлять после гибели, потому что гибель всегда довольно много ее, я думаю, что довольно много для ее известности сделали ее родители. И сама гибель, да? Сама гибель, интерес про нее довольно, про нее, то, что она попала в контекст феминистки еще. И про нее писала та же Розалинда Краус, да, и писала очень интересно, и писала именно с феминистской точки зрения. А извините, а где хранится, есть какой-то музей, может быть, памяти Франчески или... Где хранится этот учебник геометрии? Куда это все делается? Где это? Ну, где-то хранится, но я вам точно не могу сказать, где, к сожалению. Ну, наверное, ведь музей, да, ведь? Не знаю. По-моему, какой-то фонд, наверное, есть. По-моему, ее родители делали какой-то фонд, может быть, это хранится там. Выставки регулярно делаются в разных музеях. Да? И потом, это же фотографии, это тиражные вещи, поэтому все равно выставки могут быть отпечатаны. Так тоже возможно. Вы же делаете лекции с поставления или противопоставления? Нет, в данном случае было ли... Скорее, не то, ни другое. Мне кажется, что просто... Мне просто кажется, что интересно рассказать рифмы, да, скажем так.
чем-то очень похожи. Ну да. Самой трагедии, да. То есть даже по фотографиям. Потому что я вот так представляла, что вы все-таки основываете на противопоставлении. Нет, это не эта логика. А еще можно такой вопрос, он очень давно интересует, как именно вы подбираете, ну вот, персонажей сами. Как-то интуитивно. Ну, более не менее интуитивно. Спасибо. Еще вопрос? А можно тогда я задам? Спасибо. Вот прослеживается некоторая такая параллель между Синди Шерман и Клод Каон, как вы сами сказали. Как бы Синди Шерман, она могла ее знать сознательно как-то, некоторых почерпнуть ее идеи и как-то дальше их воплощать самостоятельно? Нет, не, вряд ли, потому что Каон, первая монография, они, как бы это 82-й год, Синди Шерман начинала раньше. И они на самом деле не похожи, потому что у Синди Шерман не было идеи в жизни из себя что-то другое сконструировать. Это скорее как бы параллель с Синди Шерман. Это было не то, что повлияло на Синди Шерман, а то, что повлияло на интерпретацию Клод Каон. Понятно, спасибо. Все, спасибо. Большое спасибо, что пришли.